Сегодня приехали на полигон протестировать нашу осоху NOMAD DB8. Вот тут будем гонять. Попробуем замерить максималку. Поставили сразу 4S. Попробуем на самом большом аккумуляторе. То есть на 3S мы позже заедем, но пока попробуем поездить на 4S. Ее заносит в сторону. Так. 53 у нас показала. Сейчас выставим к ходу руля, еще раз попробуем заехать. 59 она выдала, вот никак 60 не выходит. Ну, я думаю, для осохи и так нормально 60 км. Так, сейчас снимем датчик и попробуем дальше погонять.
Итак, протестировали мы наш Номад. Гоняли сразу на 4S, 3S не использовали. Почти вышли из 60 км в час. В конце я поменял выворот. Очень удобно это делается на пульте. То есть сначала у них была такая недостаточная поворачиваемость, а в конце уже выставил на максимум, максимальный выворот, и уже начало получше заходить в повороты. В принципе, моделька неплохая. Единственное, купить сейчас я не знаю, получится или не получится. На вторичке точно есть, но можно будет ее взять. Главный минус, я думаю, это колеса. Их раздувают очень сильно. Они мягкие, очень мягкие. Но колеса не проблема, всегда можно другие поставить. Но 17 хекс у нас. В принципе, моделька очень довольна, гоняет резво, бодро. Из-за резины очень скользит, то есть такая не так сильно держит дорогу данная резина, но мелочи. В принципе, рекомендую, тем более осоха, как говорят, что неубиваемая, я думаю, будет ходить очень долго.